Так, ну вот, Тём, как бы машина прогрета до рабочей температуры. Вот. Вот он давит. Так, у нас по книге при 3000 оборотах должен давить 4, по-моему, с половиной или 4,6. Вот. Вот 3000 оборотов. Чуть-чуть есть спад давления. Чуть-чуть. Вот, в общем, сделал штуцер, с Владом разговаривал, я спрашивал резьбу. Здесь вот резьба, это штуцер будет на масляный датчик, на дополнительный масляный датчик. Заказал я с Алиэкспресс, как у Евгения, такой же вот. Пришел он мне. Показывает температуру, давление масла. Датчик, вот он, уровень топлива и вольтаж показывается. Такая игрушка. Вольтаж проверял, вроде с мультиметром совпадает, больше пока ничего не проверял. Ну и буду устанавливать вот такой вот дополнительный датчик на масло. Влад с Твери установил такой, Евгений со Свободного. И я решил пойти по их пути. Вытащил вот такой вот штуцер. Я все спрашивал за резьбу. Вот эта вот часть резьбы, которая вворачивается либо в блок, либо в турбину, прикручивает трубку подачи масла к турбине. Резьба здесь М10, шаг 1,5. Я вот этим вот и интересовался. Внутренняя резьба конусная, дюймовая, 3/8. Это я узнал из документации вот к этому датчику. Ну как узнал? Изначально узнал, а потом уже шаблоном померил, 3/8 оказалось. Вот сейчас буду устанавливать такой вот переходник, проверю давление масла. От Влада у меня уже... Украл у него идею, под сеточку стоит, вот, чтобы не крутить на ТНВД постоянно. Украл идею, точнее не украл, а увидел, сделал. Получилось неплохо, удобно подлазить. Владу респект. Ладно, сейчас установлю дальше, подцеплю. В тестовом режиме проверю, возможно, сниму, покажу, что получилось.